Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в группу под названием Notruf 112. Все чаще и чаще я стал возвращаться к играм, которые когда-то забросил. Посмотрим, что из этого получится. И, кстати, друзья, я установил очень интересный текстур-пак. Как вы видите, сзади на спине у меня теперь надпись МЧС России. Это российский скин-пак небольшой. Сейчас мы посмотрим, как выглядит транспорт весь. Ну, практически весь. Вот там напротив транспорт, который нельзя задействовать, он, по-моему, не изменился. Он имеет старые скины. Так, мы заходим вот сюда вот, на территорию парковки, можно сказать, нашего транспорта. И, как вы видите, абсолютно все надписи на русском языке, даже номерные знаки, посмотрите, российские. Но я не уверен, что все эти скины втиснутся в немецкую действительность. Все-таки будет смотреться это как-то странно. Когда немецкие голоса, немецкие номерные знаки у всех, кроме нашего транспорта. Короче, пишите в комментариях, оставить этот скин-пак или все-таки вернуться на старый. Так, у нас, друзья, первый вызов. Давайте на себя возьмем большую пожарку, пока побудем водителем. Сработала пожарная сигнализация. Ну, видимо, опять какой-то ресторанчик или в каких-то складских помещениях сработала сигналка, но вызов, наверное, ложный. Дайте угадаю, потому что это одна из первых миссий. Ну, сейчас посмотрим. Команда наша уже спускается. Давайте тоже эффектно это сделаем. Так, ребята. Я последний, к сожалению. Видите, у работников медицинской помощи тоже изменилась форма. Так, залезаем. Наш грузовик. Ребята уже уселись. Заводимся. Забавно, что я завестись могу до того, как сел, как только залезаю. Так, ну и все, можно отправляться. Сейчас маршрут нам построят. Или уже построили, да. Давайте тогда в первую очередь будем выезжать. И будем следовать за командным фургончиком. Так, тихо. Отвык я уже от управления в этой игре. Давайте включим, наверное, синие мигалки. Пока что сирену врубать не будем. Нас и так должны, по идее, все пропускать. Может быть, это вовсе не ложный вызов. Может быть, там действительно горит уже здание. И нужно как можно скорее туда приехать. Мужик на мини-купере каком-то пропускает нас, включая при этом, по-моему, аварийку. Или это просто задний свет был? Так, тихо. Вот если был бы большой текстур-пак, прямо который заменяет практически все текстурки, текстурки домов, других автомобилей и так далее. Вот мы и приехали на место происшествия. Так, на парковку мы, наверное, заезжать не будем. Давайте на дороге здесь остановимся. Уже полиция на месте. Нас должны пропустить. Ну, здорово ты придумал. Причем там никого за рулем абсолютно нет. Замечательно ты придумал. Я понимаю, конечно, что я по встречке поехал, и он пропустил именно ту полосу, по которой я должен был приехать. Но зачем было делать это так резко, когда я подъехал практически вплотную? Так, все, начинаем, друзья. Давайте сразу переключимся на кого-нибудь другого, потому что водила обычно просто вытаскивает тележки с рукавами и так далее, особо ничем интересным не занимается. Так что мы выберем, например, вот этого чувака, он уже в шлеме. Так, ну да, вот складские помещения, видимо. Сейчас будем выламывать, скорее всего, вот эту вот дверь, если она не открыта вообще. Она открыта. И здесь, наверное, и сработала сигнализация. Ничего, абсолютно я не вижу. Никакого возгорания, никакого дыма. Может быть, работник здесь бычок скинул. Вот, смотрите, тут мусор какой-то имеется. Или погодите. Почему-то наши ребята разворачиваются. Не очень понятно для чего. Ведь возгорания никакого нет. Может быть, основное здание загорелось. Так, ну-ка давайте по-быстренькому сбегаем вот сюда вот. Здесь тоже ничего. Ну, я не вижу никакого огня и не... А, ё-моё! Да, друзья, всё-таки пожар имеется. Я думал, это ложный вызов, но на этот раз вызов действительно не ложный. Я переключился за человека, который находится на подъемнике, но я не совсем понимаю, для чего они это делают, для чего они развернули вообще лестницу. Это в случае возгорания крыши, наверное, там уже, смотрите, внизу поливают. И производят тушение, пожаротушение. А вот здесь вот лестницу они, наверное, разложили чисто для поддержки. Если крыша загорится, то
то здесь уже будет находиться человек. Так что давайте переключимся за кого-нибудь другого. Посмотрим, что там ребята, чем там ребята занимаются. Да, блин, а я бы посмотрел складские помещения и все, пошел бы обратно все сворачиваться и ехать обратно на пожарную станцию, даже не заметив, что здесь-то внутри самого супермаркета уже все горит. Причем касса загорелась. Видимо, наняли какого-то курильщика ярого или любителя огня. Так, ну здесь справляется всего лишь один член нашей команды. Пожар предотвращен. Остался здесь вот такой вот кассовый аппарат. Возможно, там были деньги. Хотя, вроде как, контейнер, где находятся деньги, именно кассовый аппарат, он защищен от воздействия огня. Так что с деньгами должно быть все в порядке. Ладно, но придется потратиться, конечно, владельцу этого супермаркета. Я думаю, у него большая сеть, так что проблем особых не возникнет. Главное, что все здание не загорелось. Так, и мы убираем рукав, сворачиваемся и отправляемся обратно на пожарную станцию. Так, сюда вот складываем. У меня теперь задание просто ждать инструкции. Видимо, все остальное за меня сделают. Закатываем последнюю тележку. Крепим ее в задней части. И вроде как все. Да, можно отправляться обратно на станцию. Так, погодите, а я в какой команде вообще? Какую мне пожарку залезать? Я не водитель, насколько я понимаю. Да, так что мне нужно куда-нибудь вот сюда вот залезть. Или можно переключиться на водителя, в принципе. Да, давайте переключимся на водителя. F6. И сами доедем. Выключим, наверное, синие огни. Поворотничек уже заранее включен был. Боты гоняют по правилам. С оптимизацией они, кстати, похоже, все-таки поработали. Несколько обновлений вышло спустя то время, которое я не играл в эту игру. А может быть одно, на самом деле, обновление, но оптимизацию, похоже, подтянули. У меня редкие теперь просадки FPS, стабильные 60, можно сказать. Так что этот видос, наверное, выложу в 60 FPS. Раньше даже просто на дороге по пути обратно на станцию FPS проседал где-то до 20, наверное. Сейчас даже больше 60, только что было так тихо. Не задень меня лестницей. Да, не супер здорово начал перестраиваться. Мог бы и в правую полосу заехать. Так, ну мы уже возле станции, по-моему, пожарной. Так, ну это радует, что и, похоже, что-то с миссиями сделали. Теперь они еще более разнообразны, похоже, более рандомны. И мне попалось, наконец, задание с настоящим возгоранием. А это первое задание, если что. Я не загружался на предыдущем сейве. Я начал новую игру. Так, тихо, чуть не проехал, блин. Пожарную станцию. Ладно, сейчас здесь прямо развернемся. Так что первый вызов и сразу серьезное возгорание достаточно. Это не ложный вызов. А то раньше всегда по скрипту первый вызов был ложный обязательно. Так, ну все, мы приехали, мы глушимся. Свет я вроде как больше никакой не врубал. Выходим, и МЧС во всей красе завершает это задание. Можно закрыть ворота. Вот эти вот. Некоторые еще не заехали. Ой, погодите, не те закрыл. Неловко вышло. Я закрыл ворота, и они тут же их открыли. Так, ну все. Вся команда уже на месте. Да, завершили задание. 5 сентября 2016 года сработала пожарная сигнализация. И, собственно, мы прибыли на место и все потушили, предотвратили возгорание. На самом деле, странно, что не было дыма вообще абсолютно никакого. Может быть, надо что-то в настройках подкрутить? Потому что при внешнем осмотре, даже со стороны складского помещения, я дыма вообще даже задымленности никакой не увидел. И поэтому я решил, что возгорания-то никакого и нет. Ну и дополнительно я учитывал то, что раньше нас именно отправляли сначала в складские помещения, и там всегда срабатывала сигнализация, а не в основном здание супермаркета. Поэтому я решил, что нет никакого пожара. Итак, второй вызов на сегодня. Задействуем только одну пожарку, достаточно крупную. Это горючее пятно на асфальте. Нужно просто его засыпать песком или каким-то похожим материалом. Это, я думаю, будет быстро. Мы успеем до всякого возникновения огня. Вряд ли
какие-то ребята будут баловаться и кидать спичками, например. По привычке хотел уже ждать все остальные команды, но на этот раз мы задействуем только одну бригаду. Выезжаем. Давайте врубим, наверное, синие огни, чтобы побыстрее быть на месте. Мало ли, что вдруг действительно найдутся такие люди, которые захотят поиграть немного с огнем. Интересно, в этом задании вообще может это пятно загореться как-то? Я вот не уверен насчет этого. Мне кажется, это пятно просто нужно всегда будет засыпать. И тушить огонь вряд ли нужно будет вообще. Но кто знает. Все-таки было большое обновление. И похоже, кстати, разработчики постепенно начали забивать на игру. После этого крупного апдейта в экспериментальной ветке. А люди, кстати, появляются ниоткуда до сих пор. Из ниоткуда. Так, все, вот это место. Ну, никакого огня я точно не вижу. Да. Пятно. Останавливаемся прямо возле него. Выходим, засыпаем, друзья. Это не проблема. У нас огромный опыт работы с такими пятнами. Так, конусы расставляю. И засыпать, видимо, не я буду. Кто засыпать-то, ребят? Может, скинемся? Можно выбрать того чувака, который будет засыпать. Этим заниматься. Но похоже... Да, вот он, с мешком. Побежал. Сейчас он засыпет, и второй, или тот же даже. Смотрите, как это великолепно выглядит. Будет размазывать этот песок с помощью некой швабры. Ну, чё стоим-то, ребят? Давайте работать быстрее. Я понимаю, несерьезный вызов. Ты прям встал в эту лужу. Да, второй чувак подбегает. И начинает вот так вот потихонечку размазывать этот песок по всей поверхности. Все, и сворачиваемся. Вот такое вот задание, друзья. И убирать теперь полчаса эти конусы. Давайте сразу, наверное, тележки засунем, чтобы работы меньше было. Так, не с той стороны подошел. Крепим одну. И дополнительно я закреплю вторую. Ну, здесь мы очень быстро справились. Буквально, наверное, минутки за три. Я вот так и не понял до конца, считается ли то время, когда я уже закончил миссию и возвращаюсь обратно. Обратно на станцию. Стоит ли спешить такой ситуации, чтобы было в лучшее время в отчете потом. Хотя в этом толку особо никакого нет. Премию никакую не выдают. Так, включим, короче, мигалки и пролетим на красный, пожалуй. Может быть, время именно учитывается во время миссии. Может быть, все эти тягомотные поездки уже не учитываются в отчете. Так, все, мигалки мы выключаем. Заезжаем и заканчиваем очередной выезд успешной работой. Рушимся. Сразу же отсчет. 6 минут. Скорее всего, время, когда мы едем на вызов, оно учитывается точно. Быстрота реагирования службы. А вот обратный путь, не знаю, короче, друзья. Может быть, какой-нибудь эксперт в комментариях подскажет. А на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.